Наступило лето, и небольшое стадо овц и быков вышло на равнину в поисках еды. Таких крупных животных несложно заметить издалека, тем более для такого охотника, как полярный волк. Вес одного овц и быка составляет около 350 килограммов, и справиться такой небольшой стае волков даже с одной особью будет непросто. Но в стаде есть небольшой теленок, и это весьма привлекательный вариант, чтобы добыть нежное мясо для голодной стаи. Волки перерезают дорогу бегущему теленку и набрасываются на него. Но овцы-быки быстро сориентировались и, давя количеством и массой, контратаковали. Чтобы не попасть под копыта или на рога, волкам пришлось отступить. Овцы-быки встали кругом, развернувшись лицом к неприятелю, поместив теленка в центр. Теперь он в безопасности, а волки так и не смогли подобрать ключей к такой обороне. Чтобы не остаться голодными, волкам придется искать добычу посговорчивее.